Ничего себе поездочка – это американский молодежный триллер 2001 года, снятый Джоном Даллом по сценарию Клея Тервера и Джоули Абрамса. Главные роли сыграли Стив Зан, Пол Уокер и Лили Собески. Льюис путешествует из Калифорнии в Колорадо на только что приобретенном подержанном автомобиле. В Колорадо он отправился за своей подругой детства и возлюбленной Венной. Льюис вынужден остановиться в Солт-Лейк-Сити после того, как узнает, что его брат по имени Фуллер был арестован. Льюис вносит за него залог, и Фуллер присоединяется к поездке. Фуллер приобрел и установил в машине Льюиса радиоприемник Сиби, и они начинают подслушивать болтовню дальнобойщиков. Эти их приколы начинают заходить слишком далеко. Фуллер уговаривает Льюиса подшутить над водителем грузовика по прозвищу «Ржавый гвоздь», попросив его притвориться женщиной по прозвищу «Карамелька». Некоторое время они шуточно общаются с ржавым гвоздем и от имени Карамельки назначают ему встречу в мотеле. В этом же месте Льюис и Фуллер проводят ночь. Они говорят гвоздю, что Карамелька будет в номере 17. Этот номер был арендован раздражительным бизнесменом-расистом, с которым у Фуллера произошла неприятная встреча на стойке регистрации. Когда приходит ржавый гвоздь, братья слушают из соседней комнаты. Ненадолго слышен спор и звуки потасовки. Однако после наступила мертвая тишина. На следующее утро Льюис и Фуллер узнают, что полиция нашла бизнесмена на шоссе с оторванной нижней челюстью. Льюис признает, что они были замешаны, и шериф Риттер обвиняет их в том, что они были участниками этой трагедии, но отпускает их. Вернувшись в дорогу, ржавый гвоздь снова слышит по радио о Карамельке, которую он повсюду ищет в надежде отомстить. Льюис рассказывает о розыгрыше, и ржавый гвоздь требует извинений, но вместо этого Фуллер оскорбляет его. Ржавый гвоздь говорит о том, что им следует починить задний фонарь, указывая на то, что он следует за ними. Тут ребятам становится совсем уже не до шуток. Они подъезжают к ближайшей заправочной станции и безуспешно пытаются связаться с шерифом Риттером. Увидев небольшой грузовик, въезжающий на заправку, они быстро сваливают, при этом Льюис забывает свою кредитку. Этот грузовик их преследует, и они попадают в тупик. Водитель грузовика оказывается добрым незнакомцем, пытающимся вернуть кредитную карточку Льюиса, которую он оставил в панике. Затем из темноты, раскалывая на две части грузовик этого добряка, появляется настоящий ржавый гвоздь на своем огромном черном американском траке. Когда он медленно прижимает машину Льюиса к дереву, Фуллер истерично извиняется. Ржавый гвоздь уезжает, объявляя свои действия просто ответной шуткой. Полагая, что они в безопасности, братья прибывают в Колорадо и забирают Венну. Там же они встречают ее подругу Шарлотту, которая уезжает на кабриолете. Они останавливаются в мотеле. После непродолжительных посиделок в баре они отправляются отдыхать в свои номера, и когда Льюис засыпает, ржавый гвоздь звонит ему в номер, сообщая, что заметил, что к ним присоединилась Венна. Они убегают из мотеля, но видят надписи, нанесенные ржавым лаком для ногтей на дорожных знаках с указанием заглянуть в багажник. Они находят радиоприемник, который Фуллер ранее выбросил из окна машины. Затем ржавый гвоздь снова связывается с ними, объявляя, что он похитил Шарлотту и направляет их на кукурузное поле, где все трое разделяются. Пока братья прячутся в зарослях и теряют друг друга из виду, хитрый ржавый гвоздь похищает Венну. Игра по правилам ржавого гвоздя продолжается и начинает набирать новые обороты. Он назначает встречу в другом мотеле в номере 17, повторяя фальшивое свидание, которым его разыграли. Он устанавливает ловушку, которая убьет Венну, если дверь комнаты будет открыта. Фуллер пытается проникнуть в комнату через заднее окно, но оказывается ранен ржавым гвоздем и застревает снаружи. Льюис пытается освободить Фуллера, когда полиция прибывает на помощь Венне. Тем временем грузовик ржавого гвоздя появляется на холме и начинает катиться вниз по направлению к мотелю. Братья вовремя освобождают Венну, и все спасаются бегством, когда грузовик врезается в мотель. Когда полиция осматривает грузовик ржавого гвоздя, они видят мертвое тело на водительском сиденье и Шарлотту, все еще живую, на заднем сиденье. В то время как Льюису, Фуллеру и Винни оказывают медицинскую помощь от полученных травм на месте происшествия, мертвый мужчина внутри грузовика оказывается дружелюбным водителем грузовика, который вернул кредитную карточку Льюиса. Из реанимационного отделения в машине скорой помощи группа слышит голос ржавого гвоздя, узнавая, что он жив и свободен, и произносит следующее. Внимание, ответьте. Еду на запад по 80-й. Как там насчет грозы? У вас нет дождя?
Алло? Скорее бы хлынул ливень. Все попрячутся по домам, а дождь все смоет.